В Урае впервые прошли соревнования по каникроссу. Это парный забег владельцев и их собак. Югорчанам для начала предложили пройти две дистанции – 500 метров для новичков и километр для опытных спортсменов. На старт со своими питомцами вышли полсотни человек. Стоит отметить, что четвероногих участников было больше. Так, например, Валентина Прокопчук пришла на праздник с семьей. Женщина – хозяйка 8 собак. Однако пройти дистанцию могли и те, у кого нет питомцев. Каникросс в Урае – это не просто соревнование, а благотворительная акция в помощь Центру временного содержания бездомных животных. Все желающие могли пробежать дистанцию с собакой из приюта и забрать домой нового друга. У нас спортивная семья и собак много. Занимаемся серьезно с ними. Тренируем и выставочные, на выставках постоянно бывают. Везде участвуем, на велике вместе с нами ездит, везде походы с нами ходят. Решили попробовать пробежать первый раз. Получится, не получится. Здоровый образ жизни, тем более с животными, это очень хорошо, я считаю. Полезно на свежем воздухе.